Итак, начинается 17-й фрейм. Али Картер у стола. И следим за начальным ударом. Ну, похоже, атака. И точен Гэри Уилсон. И неплохое количество очков можно набрать на старте. Здесь падает черный. В этом матче в двух первых сессиях. Как развивались события. На старте три первых фрейма выиграл Али Картер. Павел, удалось взять себя в руки. И пять подряд партий выиграл Гэри Уилсон с двумя сотнями и с двумя полусотенными брейками. У Али Картера две сотни и одна серия за 50 очков. Картера, поскольку у него богатый опыт выступлений здесь, в Шеффилде, есть компании Bingo Boom и подел спорт снукер. И можно попробовать отправить шар в лузу, не позабыв о битке. Ой-ой-ой, флюк падает у Гэри Уилсона. Быть сейчас будет делать выход на черный Гэри Уилсон. Дальше направо. К своему сопернику вплотную. К правому красному непросто, если, конечно, он идет. Но Гэри Уилсон от двух бортов попадает в группу. Попадает Гэри и... сплит с группой. Да, на... четкими, размеренными падает красный. А не ясно. И для Джона очень важно сейчас хорошо сыграть в этой сессии. Нужно... Джону 43 года полных, а Нилу Робертсону 37. Вот, небольшую усталость чувствовать. Просто для него сложилась встреча. 13-6 выиграл Нил. Перевес 9-7. То форму, то, что он главный фаворит этого чемпионата мира. На Евроспорт Плеер. Все матчи есть пока в плеере. Сейчас плей-офф Кубка Стэнли. Классные матчи. Велоспорт. 68. Тут может и трехзначная серия получиться. 84. Розовый шар Гэри. Возвращает его на свою отметку. Для того, чтобы придать у правого борта. Но отстоит от него сантиметра. Набьет коричневый шар Гэри Уилсон. А удар на сотню. Шар в лузе. И вы... браво, Гэри Уилсон. Гэри Уилсона 7 трехзначных серий. А на чемпионате мира в целом это 75-й сенчури. Гэри Уилсон начинает. Гэри Уилсон и в ней чувствует себя достаточно уверенно, а Али Картер забивает. Отличный показатель. У Гэри Уилсона на 1% выше. Держится результативность в этом матче. К другому цветному. 7000 фунтов стерлингов. Хорошо прошел подбой.
А в угол, как мне кажется, можно к нему подобраться. А также, так что здесь великолепная позиция в распоряжении Картера. Надо бы Алик... Рамент. Порой даже это неплохо себя проявляет, учитывая те проблемы. Даже несмотря на это, играя в снукер в игре. Но нет, вот такой темперамент. Ничто не может, ничего не может... Не попадает Эгерри. Хорошо идет биток. Еще один ответственный удар. Резко тонкая. Биток, похоже, идет в группу. Точнее, даже этот красный фреймбол для Али Картера. Да, шар в лузе. Так что 8 прошел в этом фрейме, 51 очко. И сейчас еще одну полусотенную серию. Может... 20. Становится счет в пользу австралийца. Так что здесь, скорее всего, будет... Второй полусотенный. Давайте напомню, кого обыграл Картер на пути к четвертьфинал со счетом 10-6. А во втором раунде уступал Али Картер на старте 7-9. Нот. Третья сессия 6-0. Итоговый результат. Что еще стоит отметить? Что эти два снукериста Эску точен Гэри. А это не удалось. А флюк? И флюк не падает. Можно было продолжить брейк. А... Контакта попадает в группу. Еще шары разойдутся. Здесь и выход надо рассчитать. Еще один подбой нужно будет делать. Так вот, Али Картер занимает 19-ю строчку в рейтинге, а Гэри Уилсон 32-ю. В финальном раунде был повержен Джон Асли со счетом 10. Переигрывал Сандерсона Лама 10. Время был вторым номером Китая. Есть победа на рейтинговом турнире у Ляна. Игрок непростой. Падает черный. 41. Это 91 очко. Картер все-таки на сплит пошел. Красный в лузе, выход на розы. Точен Али. Бортовой шар в угол. А ведь точно идет красный. Да, это... Если забьет этот красный Али. Да, на ударе сыграл. Какой хороший настрой у Картера. В том фрейме был сконцентрирован, собран Картер. И здесь. Прям по центру луза прошел красный.
А это выход на дабл. Эх, не удалось забить, а в угол падает красный шар. Не извинился Картер в тот момент фрейма, когда уже была, упал флюк, значит, надо извиниться. Сенчури Картера в матче. 70. Да, много сотен мы видим в матчах. 115. И черный в лузе. 128 очков серии Картера. И 9 очков. И идут отыгрыши. Точен Картер. Эх, далеко идет биток, но коричневый. И может получиться выход на правый красный. Как можно ближе к своей стороны черного борта. Через два борта на левый красный, похоже. Может получиться. Нет, как хорошо рассчитал. 14. Важно, чтобы состоялся выход. 22. Сейчас вперед чуть прокатит биток Картер. А что дальше? Нет, это отыгрыш. 29 очков набрал Картер. Довольно ощутимо. Ой-ой-ой! Высочайшие показатели у обоих. Перевод битка. Чтобы не получилось подставки. Вот хороший вариант. Биток у бо. Очень удивил Уилсон. В некоторых эпизодах переигрывал своего именитого соперника. Именно... Справился с ударом Али. Попадает Гэри. Да, точен Гэри. Керная рокировка произойдет. Никакого значения сейчас не имеет. Если не допустит этого Гэри Уилсон, победа никуда не денется. Черный шар должен был идти на отметку розового. 22. Все люди, никто не безошибочен. Ну а то, что ошибся, в любом случае... 34. ...на своих действиях максимально сосредоточенным подходить. 40. Отстает от борта красный. Несложен удар. И приближается к фреймболу Гэри. Должно возникнуть проблем. А вот на последний красный надо очень белый шар, и тогда будет продолжение в правую среднюю. Другой выход. Должен бы справиться. Это фреймбол. Не попадает Гэри. Это рискованный вариант. Здесь лучше бы отыграться. И опять хороший отыгрыш делает Гэри Уилсон. Плотнее попасть в розовый, прошу прощения, в красный.
Да, неплохо попал карта. Резал красный в среднюю. Любой цветной устроит Картера. Но красный не удалось забить. И в черный идет биток. Ой, плохо получится. Или нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, падает красный. Это был фреймбол. Фреймбол у соперника. Но Картер поборется еще в этой партии. Один. Можно по левой стороне сыграть. Постараться завести биток за зеленый через левый борт. Аккуратно, надежно. И сдает. Ошибается Картер и сдает фрейм. У нас 11-10. Вышли игроки к столу. Али Картер начинает 21-й фрейм четвертьфинального матча. Ну и линии. Другой вариант. Тонкий отыгрыш от второго справа красного. Точен Али. На черный не стал. Даже лучше сказать, не для дебюта брейка, а для... Десятый фрейм. И счет становится 6-4 в его пользу. А вот здесь ошибается Картер, и красный виден. Но это так себе преимущество. Выход. Вот проходит красный в группе, в левый угол на него, если удастся выйти. Нет, это отыгрыш. И не падает кромоч. Нет, это плохо. Удар в брейк. Хорошо, биток идет к синему. Если берем во внимание два хороших красных вне игры. Чтобы синий пошел на черную отметку. Но попадает. Через левый борт. Ищи фрейм. Если выиграет Гэри Уилсон, ему еще один фрейм нужен будет для победы. А задача Картера тогда правого красного, тогда черный выйдет на игру. Неплохо. А Гэри точен. Но нет, это неудачно. Гарри Уилсон фул. Чтобы не получилась подставка. Ты справа красный, та же идея. Будет направлять в лузу красный Гэри. Забить не удалось. Биток. Биток. Но точен Картер. А биток. Нет, биток не падает, но... Нет, не мешал зеленый шар, желтый в лузе, розовый. Four. Черный в лузе. Али Картер, 19. Нет. Ошибается Уилсон. В случае это сложный вариант.
Поэтому следует отыгрыш. И как внимательно смотрит Картер за этим ударом. Много не попал Уилсон, если это была атака. Если отыгрыш, то... Да, точен Уилсон. Это длинный выход. У среднюю, может быть, будет удар Уилсона. На. Расчетливый Кэнон. Ну а желтый будет фреймболом. Если оба красных сыграют с черным. Играет чуть ниже центра. Через черный борт выходит. Точен Уилсон. Да, сыграл розовый, потерял одну для Гэри Уилсона. Желтый в лузе. Это 12-9. Ситуация будет у Гэри Уилсона на этом чемпионате подряд. Шансов на это немного. Гэри сосредоточен. 45. Сохраняет хладнокровие. Поскольку черный играется пока только слева направо. Добраться к черному. Да, шар в лузе и есть переход. Похоже, что проходит. И сейчас выход делает Гэри. Попадает. Добиться победного перевеса. Так что пойдет на подбой группы. Пока есть что делать. 25. Здесь было касание с группой Кра. В этом году. Стюарт Бинхам. Играл классно, спору нет и... Заслуженно. Он тоже играет здорово. Здесь правый красный. Он шикарен. И еще один красный есть в распоряжении. Это отлично. Почему бы не продолжить двигаться по максимальному графику? Фреймбол. Матчбол. Да, черный в лузе. Все взвесил Гэри Уилсон. Отыгрался. Хороший мир. Грамотный удар Картера. Направлен. Интересный удар. Выцеливает Гэри Уилсон, играет в левый угол. Там и проводка битка может получиться. Да, попадает Уилсон, это был... И отыгрыш. Очень сложно что-то придумать, поэтому надо... Четыре красных сыграть. Нет, не удалось забить, и впору сдаваться... Даже розовый не падает. Пожимают друг другу игроки руки.